Всем привет, меня зовут Василий. При эксплуатации автомобиля Renault Logan 2019 года выпуска у меня возникла ошибка. А именно, загорелась многофункциональная лампа. Исходя из руководства по эксплуатации автомобиля, эта многофункциональная лампа имеет свойство загораться при подходящем ТО. Исходя из гарантийного талона, ТО проходится каждые 15 тысяч километров, либо каждый год. На данный момент у меня 6014 километров. Я не вижу смысла проходить ТО, менять масло и менять масляный фильтр. И обращаться к официальному дилеру, чтобы они устранили эту ошибку и заменили масло. Поэтому в интернете я накопал информацию, как избавиться от этой ошибки самостоятельно. Для этого нужно включить зажигание, что я сейчас и сделал, нажимая на кнопку бортового компьютера. Выбираем меню, где будет показана машина и гаечный ключ. Вот. Вот это меню. Теперь нужно нажать эту кнопку и держать до того момента, пока она машина вот эта с гаечным ключом не заморгает. Что я сейчас делаю? Заморгала. Все, ошибка погасла. В левом колодце была ошибка, сейчас ее уже нет. Кому было полезно это видео, я был вам рад помочь. Всем пока.